самых важных дня в жизни – это день, когда ты являешься на свет, и день, когда понимаешь зачем. Марк Твен. Я не думаю, что у кого-то из нас есть мечты, которые были нам даны не для того как раз, чтобы мы их реализовывали. Судьба. Если ты чувствуешь, что у тебя есть что дать людям, если твой талант достоин того, чтобы его развивать, чтобы заниматься им, в этом мире нет ничего такого, чего ты бы не мог достичь. Я рукоплещу тебе за твои мечты, за то, что ты идешь к ним. Я восхищаюсь тем, что ты веришь в себя. Потому что это самое важное в жизни. Напряжение, испытания, поиски путей, как можно улучшить себя. Иметь мечту – это не просто возможность. Это самая настоящая необходимость. Ты не должен бояться идти за тем, что по праву принадлежит тебе в этой вселенной. Это естественно, что логика будет говорить тебе, что это невозможно. Но если ты хочешь достичь неадекватно высоких результатов, проживать свою мечту, тебе придется стать неадекватным человеком. Когда ты растешь, все постоянно пытаются внушить тебе, что мир такой, какой есть, а жить в нем нужно так, чтобы не сотрясать его стены слишком сильно. Такая жизнь очень ограничена, на самом деле она гораздо просторнее. А когда ты наконец осознаешь, что все вокруг тебя было создано такими же людьми, как ты, когда ты поймешь это, ты никогда уже не будешь прежним. Ведь это так тяжело. Почему люди идут на это? Зачем? Зачем они взбираются на эти вершины гор? Зачем Нельсону Манделе было отдавать 26 лет своей жизни? Зачем люди делают это? Да, это невероятно сложно, но оно того стоит. А чтобы осознать это, нужно все-таки добраться до этого последнего шага. Ты должен с ума сходить от этого. Ведь это твоя одержимость, ты был создан для этого. Должен был что-то строить, строй, изобретай. Да, но я еще мало что умею, так бери и учись, мать твою. А если ты вдруг забыл, я напомню тебе. Историю не только читают, ее еще и пишут. Пишут те люди, которые не боятся мечтать. И не останавливайся! Не останавливайся! Никогда не переставай идти к своей цели! Наш главный страх не в том, что мы несовершенны. Гораздо больше мы боимся оказаться невероятно способными. Свет, а не тьма. Именно свет пугает нас больше всего.